В историко-культурном центре состоялось необычное вручение юбилейных медалей. Здесь собрались люди, которые долгие годы своей жизни посвятили родному Видному и Ленинскому району. Каждый на своем рабочем месте старался сделать жизнь всех горожан комфортнее. Город не только взрослел вместе с ними, но и развивался. Многие молодыми специалистами приехали в эти края, полюбили их и остались здесь навсегда. Когда я еще сам был молодой, пришел в этот город, который был очень уютный, очень красивый, и душой прикипел к нему, и в этом городе продолжаю до сих пор жить и радоваться ситуации, которая вокруг города сегодня складывается. Еще школьником приехал Видный Вадим Вячеславович Головин, впоследствии ставший председателем исполкома Видновского горсовета. Сейчас эта должность равноценна руководителю района. На вопрос, что для вас значит город Видное, он ответил строчкой из песни, написанной его сыном. Там так: я живу сегодня в Видном, это родина моя. Радуюсь, что мне повезло жить в Ленинском районе и в городе Видное. Здесь замечательные люди. В этот день было много воспоминаний. У каждого было свое знакомство с городом, но память до сих пор бережно хранит те первые эмоции. Когда я въехал со стороны Тарычева в город Видное, то, на удивление, это была весна, все цвело, кругом цветы. И когда проехал по городу Видному, особенно меня удивило это малоэтажное строительство, которое придавало городу такой настрой западный какой-то, неожиданный для меня. И, конечно, город мне очень понравился. Кроме медали, в честь 50-летия города пришедшим еще подарили и книгу, изданную к юбилею. На ее страницах можно прочитать о тех событиях, которым причастны сами награжденные. О строительстве кинотеатра, о пуске троллейбусного движения и о многом другом. Действительно, в городе не было туалета. Смешно, но факт. Значит, в городе не было нормального движения автобусного. Это факт. Значит, не было каких-то социальных объектов, которые крайне были важны. Ну, вспомним тоже детскую поликлинику. За 50 лет сделано многое. Люди отдали себя, свои знания, опыт этому городу и району в целом. Я уверен, что команда, о которой мы всегда говорим, о том, о чем говорит губернатор, это не то, что работает сегодня как механизм, а это и те люди, которые изначально стояли у истоков, это ветераны, которые сегодня остаются в строю и помогают жить будущему поколению. «Служил и буду служить городу Видное и Ленинскому району», – так ответил один из награжденных. И этими словами сказано все. Елена Бабина, Евгений Петров, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.